Добрый день, дорогие друзья, это Batman Arkham Origins на хардкоре, на самом сложном уровне сложности, погнали. Сейчас, я думаю, расследуем преступление и будем захвачивать вышки и энигмы. Так. Блять, а как расследование взять? Так, сейчас расследование выполнено. Блять, что за хуйня? Так, расследование рядом. Police know the victim fell from a nearby building, but there's not much else in the file. His identity might shed some light on things. Brian Murphy, an account manager at the Gotham Merchants Bank. Cause of death, internal injuries sustained on impact. Now I know what happened. Time to find out how and why. This blood spatter indicates a high-velocity impact. I should check the roof. Так, надо крышу проверить. Was it an accident, or was he pushed? Two sets of footprints means the victim wasn't alone, and the scattered paperwork suggests he had a briefcase. I need to find that. Thank you.
все нашел, вижу. Кейс. Interesting. There are two sets of fingerprints here. One belongs to the victim, the other to Robert Haynes, a well-known con artist. Alfred, I need the last known location of Robert Haynes. I'll send over everything I've got in case it helps. No need, sir. I already have a search area. Check your display. Так, тут все, я так понял. Преступление пойдем. А, блять, предотвратим. Бэтмен висит, нахуй. Блять, Бэтмен подлагивает, я ебал, чё за хуйня, такого не было раньше, блять. Ёбаный свет, блять, почему, сука, не отражает он атаки-то, блять. А гопники-то, блять, пиздец, стоит мне нахуй. Таранги, блядь, в любой такой ситуации надо использовать. Бля, серьезно? I was hoping you'd at least live long enough to see what I've got planned for this place. Ладно, похуй так, куда мы там двигали. А, вот. Заодно вышку там захватим. Бля, туда долго идти через мост сразу. Быстрое перемещение, ебанё.
got for you. Тут гопники не такие буйные, ебать, поэтому их легче усмирить получается. What do you want? What happened to Brian Murphy? We had a deal. He gave me the account numbers. I faked being a client and cleared out the account. In exchange, he gets a cut. It's a con I run 100 times, but then he starts to get nervous, tries to back out. So you threw him off a roof? I couldn't risk a warning the bank or going to the cops. I had to protect my interests. And how'd that work out for you? I got multiple calls available. Sending them out in priority order. Так, преступление тут рядом. Я как настоящий Бэтмен, блядь, не могу пройти мимо. Нет, это не здесь, это дальше. Блядь. Опять хуярим гопников. Но, в принципе, из этого и состоит вся игра. Либо хуярим гопников, либо хуярим какого-нибудь суперзлодея. Но еще расследование есть. Интересная хуйня. Тут много всего. Ну, есть чем себя занять. Тут, блядь, открытый город. Вот, типа как GTA, только хуя всяких заданий. Там даже ствол у кого-то был. Так, тут готово. Захватим вышку, пожалуй. Как обычно, там гопники. Yeah.
definitely the last time we'll be speaking. And frankly, I'm glad. Your self-righteous posturing is getting on my nerves. Что тут просто так войти можно? Я не верю, Просто так, отхуярив гопников, без всякой хуйни, блядь, под головоломок и прочего, блядь. Ну что ж, тем нам лучше. А, ну тут, блядь, уровень защиты сложный. Нет, не все так просто, как хотелось бы. Well, isn't this a shocking turn of events? Batman's giving up. Глушилка, все, понял. Так, а как нам взорвать эту хуйню? Так, что у нас там есть? Снаряжение, гель есть. Вот эта хуйня. Вот на этой хуйне, наверное, надо спуститься, блядь. Только как нахуй? Секунду, дорогие друзья. Итак, продолжаем, дорогие друзья. Там преступление, где-то надо гопников отхуярить обязательно. Нахуй, минус один.
for me. You like it raw? Ярингу поту нахуй, чтоб на улице Готэма было меньше преступности. Секунду, дорогие друзья. Так, продолжаем, дорогие друзья. Бля, вот это опасный нахуй момент. Это тот случай, когда нужно пользоваться бета-рангом. Smash your skull! Блядь! Надо было увернуться, но я не успел. What, the party's already over? But I was just getting warmed up. Так, какое у нас задание? А, вспомнил. Вот здесь вышку надо захватить. Блять, еще где-то квест какой-то был. Так.
Так, я думаю, здесь вышку связи надо захватить. А, бля, там глушилка, я хуй знает, как туда попасть. Но можно погуглить, в принципе. Там вот эту стену как-то разъебать надо. А, все, я, кажется, понял даже как. А, бля, нету глушилки нахуй. Блять, я же нажал, сука. Что за хуйня, я парировать не могу, блядь. Блять, как, чё с этой хуйней сделать надо? Взорвать, что ли? А, кажись, понял. Блять, это не то. Что сделать надо с этой хуйней, это, блядь? Ладно, сейчас погуглим.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Найти, вот найдем источник сигнала от Энигмы. Я погуглил, в общем, и в эту башню пока никак не пробраться. Надо дальше по сюжету сначала продвинуться. Там перчатки должны дать электрические, которые вот эту хуйню, короче, запустят. А пока мы так не можем, так что расследуем. До основного задания у нас еще есть квест. Штаб-квартира Энигмы. Найти источник сигнала Энигмы. Поэтому сделаем основным вот эту цель. Полетели нахуй. Блять, тут зацепиться нельзя, к сожалению. А как красиво было, согласитесь. Так, ща вырубим гопника с лёта нахуй. Минус. Блять, как он не вырубился там? Enigma, where are you? I'm right here. Well, figuratively speaking anyway. Disappointed I didn't choose to meet up in person? What's this about? Thionis hire you to throw me off his trail? Think of me as an information broker. I've got data handlers everywhere, feeding me all kinds of interesting stuff. And you think this is going to destroy Gotham? Ну, Энигмы тут, конечно же, блядь, не будет, нахуй. Ждет нас какой-нибудь мега-гопник, ну или толпа гопников, как обычно. I figure you'd try and get all caveman on my equipment. It's password protected, I'm afraid, with 10,000 volts of electricity. You've lost, Batman. Might as well head home and get some rest. With everyone's deepest, darkest secrets about to go on public display, I've got a feeling tomorrow's going to be a very busy day for you. One way or another, I'm shutting you down. Destroying all the network relays will let me access his server. It's the only way to stop him. Those must be the handlers he was talking about. I can use them to track down the extortion data he's been collecting. Thank you.
Так, блядь. А мы где? Блять, да как эта карта ебучая работает? Я нажимаю вверх, оно двигается вниз, нахуй. Так, ретрансляторы, понятно, короче. Может, этот сейчас можно будет уничтожить, нахуй. Так, а эту хуйню можно взломать. No key, no entry. Да хуй, как бы не так, бля. Ну чё, погнали вышку захватим. Я, в принципе, так предполагал, что это бесполезно. Так, блять, я же... Ладно, я нихуя не... Я же отмечал вышку, чё за хуйня. Блять. Ну да, просим челика. Мусоров надо уебать. Вон того мусора допросить надо. Просим продажного мусора. And now you'll get nothing but some broken teeth if you don't tell me where you hid the extortion data. I'll tell you where it's at, but it won't do you much good. I'll be back on my feet in an hour, coming for you. No, you won't. Так, дорогие друзья, блять, я же отмечал этот блок ебучий несколько раз, почему он, сука, не отмечается? Да, вот теперь он отметился. Продолжаю. Fighting that freak!
Блять, да почему каждого ебучего ретранслятора толпа гопников, нахуй? Блять, которые меня сейчас еще и запиздят. Блять, здесь тоже какой-нибудь ебучий подвох будет, нахуй. А чё, сюда нельзя зайти? Как туда подняться? Такое, типа, мощное зрение. Ну и чё тут есть, блядь? А, все понял. Это нужен убер-крюк, нахуй, короче. Блядь. Все, на эту хуйню мы теперь залазим. Вот так по-четкому. Он пробьет ногами-то, наверное. Да, заебись. Поэтому не совсем инвалид. Нахуй это радует, блядь. Так. Нихуя, оно само раскодировалось моментально. Так, а как съебать-то отсюда? Вот же дверь есть на... Ой. А, все, вижу, блядь. Show that great who's in charge. Так, я не заступил, я понял, что делать. How pedestrian. Try and put some effort into it at least. А, это еще не все, блядь. Just no match for you. А, я понял, предыдущий взлом это была попытка, блядь, Энигмы как бы потроллить, нахуй. You're cheating, aren't you? You're getting help from someone.
smart enough to outsmart me. No one's helping me, Enigma. Did you ever consider maybe you're not as clever as you think? Says the man who seems to have mistaken Christmas Eve for Halloween. In case you haven't noticed, I've got the entire city under surveillance, feeding me all of its dirty little secrets. And I did it all on your watch, oh great guardian of Gotham. So, what do you have to say to that? I'm taking your network down. Spoken like a true Neanderthal. Well, you can certainly try. Так, тут мы эту хуйню захватили. Как отсюда съебаться-то вообще? А вот тут дверь есть. Ладно, тут маяки Энигмы надо будет, эх, ебать. Ебать, они серьезно, что ли, нахуй? Серьезно, блядь. Это пиздец. Ладно, на этой ноте мы завершим данное прохождение. Напоминаю, на хардкоре. Всем спасибо, всем удачи и пока. До новых встреч, дорогие друзья.